Я давно вам не показывала мою нейрографику. Вот сегодня я нарисовала три, раз, два, три. Такие новости, с которыми я поделюсь с вами попозже, когда придет время. Это я рисовала на заказ. Это тоже рисовала на заказ моей больной подруги, на ее здоровье. Рисунки обалденно красивые. Вот так я борюсь с болезнями. Уверена, что все подействует 100%. Просто нужно верить и нужно время. Смотрите, какие красивые. А этот рисунок, я сейчас посмотрела, был нарисован у меня 11 ноября, и он исполнился. Звезда обалденная на рост моего ежемесячного дохода. И когда я сделала подсчеты, я была просто приятно удивлена. Так что вот, мои дорогие, чем я занимаюсь. Вот и наш Мавиш, которого мы посадили в клеточку. Никак еще не разговаривает. А кусючий такой, такой сладкий мальчик. Баба Джим закрыл его в клетке, а он так хочет выйти. Такой он у нас сладкий ребенок. Дашка. Какой-то он серенький стал, у него поменялся окрас, да? А я говорю, может, это грязное? Он, нет, он серенький. Вот как пачкает клеточку. Столько аж к ему купил лекарства, да еще купил вот такой специальный кум, называется песок для него. Все ему покупает каждый день витамины. Он же делает как-то такие непонятные звуки, движения. Сейчас хочет это, пытается он выйти. Вот такой очень подвижный. Елочку завтра уже сложим. Нельзя ее. Так что вот такие дела, мои дорогие. Всем спокойной ночи. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Мои дорогие зрители, доброе утро всем. У меня такое сегодня настроение хорошее. Во-первых, сегодня праздник. 19 января. Хрещение. Хрещение. Днем Хрещения. Жду сегодня от моих пятерых поздравления. Хотя одна моя крестница, кстати, она мне сегодня приснилась. Вы знаете, это та подружка, которая, ну, уже не моя подружка. Но ей счастья всего хорошего желаю. Наверное, что-то у нас не сложилось с ней, думаю. Раз так все прервалось вдруг неожиданно. Планы, планы. Ей невыгодно, наверное, было со мной дружить. Сейчас я это понимаю, но я ее отпустила, хотя она мне приснилась. Отпустила, вообще простила. Не знаю, что произошло, но сейчас вы скажете, туда-сюда мотает, но я пытаюсь вам рассказать, показать все, поэтому так вся кручусь, как белка в колесе. Так вот, мои дорогие, сегодня такой сон мне снился. С утра поговорила с внуками, с мамой. Как же этот шум мне на нервы действует? Эта машина поливает не вовремя. Я отойду и продолжу. Отошла очень далеко и хочу показать вам вот новую библиотеку. Ее наконец-то открыли и смотрю, там заполнено столько детишек. Так приятно, что детки наши начинают обратно читать. Как бы мне приучить своих внуков читать? Ну вот заберу их летом. Уже поставила цель забрать их летом. И будем читать с ними. И когда показывали это выступление, мэр говорил, ему предложили ресторан здесь открыть. Ну, на этом месте был ресторан неплохой. И свадьбы устраивали, я помню, всегда с утра чай пили, кофе, завтраки. Красивый был ресторанчик, конечно, уже старенький был, но и вот он выбрал будущее. Действительно, будущее за нашими детьми, за... Вы не понимаете, я сколько слушаю от всех. Будущее наше настолько изменится скоро. Появится метавселенная, как бы мы ни хотели, как бы мы ни понимали, мы там все окажемся. Что такое метавселенная? Когда вы, имея какие-то инструменты, вы можете, допустим, иметь какие инструменты? Ну, обычные очки. Мне кажется, они будут потом в каждой семье как телефон. Без них никак.
Вот сейчас посмотрите, у каждого телефон, у любой бабульки телефон, вот то же самое нас ждет. Какие-то очки, какие-то рукавицы, перчатки, да, я не знаю, какие-то инструменты еще. Но вы когда оденете эти очки, вы можете оказаться в Луи Виттоне, во Франции, там, или в Гуччи, там, в Англии, в каком-то брендовом магазине. Это действительно так, вы понимаете, это реальность наша в скором времени. И вы можете представить, как вы меряете, допустим, кроссовки, или как вы одеваете ту или иную куртку. Если она вам понравится, вы сразу же в этом виртуальном видео почувствуете это все на себе, как она, допустим, курточка, как на вас смотрится, как она, настолько все это будет продвинуто. И вы сможете, мои дорогие, таким образом приобрести за ваши криптомонетки. Поэтому говорю вам, да не обязательно мой бизнес, боже, я никого не заставляю силком, но изучайте, не так все страшно. Вот я сейчас прошла 3 дня короткий курс по крипте, она мне так она меня зацепила. До этого вы сами знаете, что я начала сама изучение по YouTube-каналу, да, начала по YouTube-каналу. Ничего страшного в этом нет, все пошагово. Уже сколько сделала своими партнерами покупку через Binance. Они находились в Кыргызстане, они находились в Москве. И вот так мы дистанционно через P2P покупали продукты на платформе GigUS, ценные бумаги. Вы знаете, это настолько экономно, чем через банки наши. Столько экономно, вот вы 550 покупаете, отправляете в кабинет, и у вас будет 550. Вам, а раньше, чтобы 550, вам нужно было еще 8% или с 550 заплатить на платформе, потому что через банки мы платим налоги. А крипто, почему хорошо сейчас ее изучить и воспользоваться этим моментом? Потому что крипто пока еще нет налогов. Ну, над этим, говорят, работает, но пока еще все на халяву. И поэтому 550 вы захотели, 550 вы купите. А раньше 550 захотели, вы должны 600 отправить в кабинет, потому что там мы платим налоги. А сейчас вы просто отправляете кому-то P2P, от одного человека к другому. И вы, это настолько все надежно, потому что пока, когда вы отправили деньги на карту какого-то человека, и он, пока не его блокируются все действия, все счеты, а продают вам-то валюту, крипту, брокеры, это проверенные люди, у которых миллионы, не то что ваши 500 или 600 евро. Вы понимаете весь, ой, я там вижу этого, господи, кто-то купается, ну неважно. Это настолько проверенные люди, что пока он вам не перешлет деньги, у него будет заблокирован счет. Это настолько все надежно. За какие-то считанные секунды происходит оплата. Вы не понимаете, я просто хочу вам донести это, мои дорогие зрители. Это совсем не сложно. Не страшен так черт, как его малюют. Я, например, 2 года назад, боже, я была такая противница криптомонеты, криптовалюты любой, криптобизнеса. Говорила, это мошенники, лохотроны, пирамида. А сейчас, когда разобралась, смотрю, что криптомонеты уже около 20 тысяч, больше 22 тысяч. И будет скоро наша прибавиться. Так вот, мои дорогие друзья, не бойтесь, идите, изучайте. Это очень интересная тема, очень интересная. Да, еще, знаете, вчера разговаривала с мамой, у моей мамочки было вчера день рождения. Ей исполнилось не знаю сколько лет, когда я ей говорю, она говорит, Света, мне 90. Я говорю, как это 90? Она говорит, Мари сказала, ты уже старшая, я говорю, 90 тебе, сейчас будет 91. Ну, 91, я говорю, боже, сахар на Мари, сахар Мари, это губкам, что сказала такую вещь замечательную. Так вот, у моей мамочки было день рождения, моя подружка, крестная моей дочери, поздравила ее вчера букетиком. Вчера у деток был рабочий день, они с утра до вечера, сегодня они устраивают праздник сегодня. Все дома детки, и будут мама жарить шашлык, в общем, все будет так интересно. Я сейчас поднимусь сюда, на этот красивый, этот и продолжу. Скажу вам, вот купающих 2 или 3 человека купаются. Мне кажется, они охотники за креветками. Это точно.
так что нормальный человек точно не выберет сейчас. Но у них, естественно, костюмы водолазные. А, водолазы, видите, забываю слова русские. Ну ничего, вспомню. Раз, два человека вижу. Так вот, мои дорогие друзья, о чем бы я хотела поговорить с вами. Это очень интересная тема, я не знаю, мне так хочется развивать эту криптомир. Просто нужно там зарегистрироваться, около 200 с чем-то есть бирж в мире, понимаете? Вы выбираете любую по вашему усмотрению, с каждым днем все больше и больше становится, как и крипто. Вот в октябре месяце было 16 тысяч, сейчас уже более 22 тысяч. Я, например, вот создала свой такой тренажер, у меня есть в кошельке, но это было одним из условий из домашнего задания по крипту, трехдневному курсу. Я узнала основы, я еще дополнила, и вы знаете, я хочу вам сообщить такую большую радость. На весы я поставила какие-то хотелки мои, да, а также стояла курс, двухмесячный курс по финансовой грамотности, куда вкладывать, как инвестировать в недвижимость, как откладывать деньги, куда откладывать, в какие компании, в какие биржи. Вот просто я-то знаю, в принципе, но денежки должны быть отложены в нескольких местах, как белочка норочки имеет в нескольких местах. Вот она не откладывает свои орешки только в одном месте, в нескольких. Вот я иду по этому принципу. И знаете почему? Научиться это самой можно, в принципе. Но это столько времени тратит искать материалы подходящие. Да, вот я учила азы на Ютубе, но это так, все-таки очень долго все надо делать. А я, такое желание сейчас развиваться и двигаться дальше. Просто не понимаю, не представляете, у меня так столько энергии, столько чего появляется с каждым днем моей жизни. Это нейрографика, которую я рисую каждый день. Это мое любимое хобби — йога. Вот то, что для меня нужно. А работать я не хочу на кого-то. Не хочу ни идти в отпуск, в офис, ничего. На крипто монете, в криптовалюте, знаете, сколько можно зарабатывать. И не ждать, конечно, но туда вы можете финансировать, как и везде, деньги, которые вы надо сначала для себя понять, и деньги, которые вы с легкостью потеряете. И вот только тогда, когда вы это отпустите, к вам начнут приходить доходы. Вы понимаете? Также и мой бизнес, деньги, с которыми вы можете легко потерять. И тогда происходит чудо. Вот отпустили, и все. Как у меня была одна моя, была и есть инвестор, пожилая женщина, она так хотела и кололась, несколько лет за мной наблюдала. А потом она решила зайти на минимальный пакет. Ей так понравилось, потому что она отпустила всю ситуацию, вот как я вас научила, да, понимала и вид успеха, и другие, движуху от других людей. Она в итоге инвестировала до 10 тысяч евро. И у нее сейчас ее 10 тысяч евро превратились в 100 тысяч евро. Вы понимаете, 2 года спустя. Только в крипте вы можете такими быстрым ускорением увеличить свой финансовый портфель, ту сумму, которую вы вложили. Потому что недвижимость может увеличиться в 2 раза за 2 года. А, допустим, золото, ну на чуть-чуть совсем золото, оно просто сохраняет то, и не ювелирное, а именно слитки. А инвестиции в крипту, да, 10, 100, 1000 раз, как кому повезет. Но, конечно, нужно изучать, не просто от балды все делать. И вот почему я и этим решила заняться всерьезную. Курс стоит около 20 тысяч рублей, и я вот думаю, что у меня моя крипта дополнительная. Вот сегодня вы понимаете, что моя компания, я-то зарабатываю, да, благодаря этой моему бизнесу я заплатила около 270 евро за этот курс. Вы понимаете, 270 евро я заплатила этот курс. Это самые огромные деньги, которые я давала за курсы. То у меня было нейро, но это я иду, развиваюсь, повышаю свою финансовую штангу постепенно. Да, я сейчас во многом себе откажу, но я зато получу такие знания через несколько лет, используя которые у меня будет все, что я захочу. У меня очень большие планы, очень большие цели. И, кстати, это была одна из моих целей, моих список 100 желаний. И
Я счастлива, что у меня есть возможность, время и желание развиваться дальше. Все, я побежала, тут я вас заговорила. Друзья мои, прохожу с другой стороны, переполненная вся библиотека. Детки такие умницы, так приятно. Все сидят, некоторые в наушниках слушают, наверное, какую-то информацию. А мы, чтобы не отвлекали. Вот, молодежь умница, умница. И вы тоже читаете, это очень интересно, и это очень нужно.